Привет. Привет. Коллеги. Да, добрый день. Ну что, у нас, понимаю, сегодня эксклюзивно. Сейчас я корую как это укоротил. Ну что, да, упнули уже. Сейчас я...
Аппарат вызываемого абонента занят. Ваш звонок был переадресован. Ну ладно, я думаю, что... Пора, наверное. Ну да. Начинаем, да? Да, давайте. Здравствуйте. Первая статья на сегодня про анализ обучения ГАНов в функциональном пространстве. Вот, статья Скоутеховская. И что делают авторы? Они предлагают... Вот пусть у нас есть ГАН, соответственно, F — это его функция потерь, и пусть мы начинаем вблизи локального равновесия Нэша, к которому должно сойтись обучение, если все происходит хорошо. И нам интересно, сойдется ли обучение, с какой скоростью оно будет сходиться. И авторы предлагают абстрагироваться от того, что у нас дискриминатор и генератор D уже заданы нейронными сетями, а просто смотреть, что будет, если D и G — это какие-то функции. И... Вот. И что они делают? Сначала они пишут приближение второго порядка функции потерь F вблизи равновесия. Короче, ну врачи, ну ладно. Далее они пишут уравнение в частных производных, которое описывает обучение Гана в функциональном пространстве. Это уравнение выглядит так, что слева у нас производная по времени, а справа у нас какой-то оператор. И вот оказывается, что собственное значение этого оператора описывает сходимость в обучении Гана. Вот у нас F — это у нас функция потерь. Дальше на нее накладываются такие условия. F2 — это функция потерь генератора, Φ2 — это функция потерь генератора, Φ1 и Φ2 вместе описывают функцию потерь дискриминатора. На них написывается условие, что сумма вторых производных не отрицательна, первые производные Φ1, Φ2 не равны нулю. А почему? Откуда эти условия берутся? Ну вот условия про вторые производные — это то, что у нас... Это то, что у нас как бы локальная седловая точка, то есть то, что они берутся из того, что у нас, ну, из того, что у нас равновесие Нэша, максимум по G, минимум F. Вот. И, соответственно, например, они рассматривают ТЛС-ГАН, где функции потерь квадратичные. Дальше через D звездочка, G звездочка обозначаем равновесие Нэша, и дальше есть дополнительные условия. Первое, что G звездочка производит распределение даты, то есть то, что генератор можно как бы идеально научить, чтобы он был неотличим от данных. И второе условие — это то, что дискриминатор торжественно равен нулю в положении равновесия. Ну, откуда это берется? Давайте посмотрим на этом примере. Вот пусть у нас уже генератор идеально обучен, соответственно, он производит данные, и дискриминатор не может их отличить. Тогда дискриминатор должен максимизировать, получается, сумму φ1 и φ2. Если мы сложим φ1 и φ2, получится x в квадрате плюс 1, то есть минимум как раз при x равно нулю. И вот это условие, оно выполнено для многих ганов, таких что как ну, самый обычный ган, ган Вассерштейна и ЛС-ган, который написан. Здесь написано приближение второго порядка рядом с, вблизи равновесия Нэша. То есть кто такие U и V? У нас U это отличие функции, которая задает дискриминатор от равновесного значения, а V это почти такое же отличие для генератора, но с такой разницей, что мы хотим, чтобы U и V они били из одного пространства. У нас U бьет из пространства картинок, ну, так как это дискриминатор. И, соответственно, чтобы V било оттуда же, мы домножаем на G звездочкой в минус первой. Сейчас, U и V это еще раз, что такое? Вот у нас дискриминатор-генератор какие-то функции, D со звездочкой, G со звездочкой, равновесное значение. Соответственно, дельта D и дельта G — это отклонение, и U — это в точности дельта D, а V — это дельта G. Единственное, что мы домножаем даже на G звездочкой в минус первой, чтобы U и V били из пространства картинок обе. Потому что так-то у нас дельта G бьет из пространства шума. А почему, зачем мы так делаем? Ну, как-то удобнее, видимо. Да, видимо, чтобы все... А что такое G минус первая? Просто обратная функция, что ли?
Да, это просто обратная функция. И... А дельта g это обратное, это превращение, примененное к результату обратной функции. Сейчас, v это дельта g. Вот у нас есть картинка x, мы применяем g-звездочка в минус первой и получаем какой-то шум, из которого эта картинка генерится g-звездочкой. И дальше мы к этому шуму применяем дельта g. Хорошо, понятно, этого. Так, дальше. Вот, и... А, ну они... Да, ну понятно. Вот, понятно. Вот как записано это равновесие, но так, тут понятно. Самое главное, что от функции потерь важны только два числа альфа и бета, где ну, альфа — это сумма вторых производных, а бета — это первая производная. И дальше... Дальше записывается обучение Гана в непрерывном времени. Соответственно, у нас вместо шага градиентного спуска у нас просто производная по времени от U и V равна градиенту, соответственно, по U и по V. И учитывая то, что G написано... А G это еще раз верните обратно. G это вот то, что написано раньше. Ага, так. И учитывая то, что... Соответственно, в G входят меры μ, по которой распределены данные. Давайте обозначим через ρ плотность, с которой распределены данные. И тогда вот это вот уравнение обучения Гана в непрерывном времени, оно записывается вот так, как написано. И дальше, если вот в этой записи поделить все на ρ, то у нас слева будет производная u и v по времени, а справа у нас будет какой-то оператор от u и v, давайте его обозначим через a. Тогда если у нас есть собственная функция a с собственным значением лямбда, то можно написать решение этого уравнения в частых производных, и оно будет вести себя как e в степени лямбда t, ну, если мы посмотрим, скажем, на норму. Вот, и, соответственно, ну, как бы поэтому нам важны собственные значения оператора лямбда. Ну, что тут нужно сказать? Во-первых, у этого оператора есть ядро. Соответственно, если ядро, то у нас лямбда равно нулю, и получается, что соответствующее решение не зависит от времени. Но это ничего страшного, потому что оказывается, что если U и V лежат в ядре, то распределение данных, которые производит генератор, будет такое же, как для равновешенного значения с точностью до члена старшего порядка. Поэтому у нас все равно генератор будет производить те же данные. Теперь ненулевой спектр описывается в терминах взвешенного оператора Лапласа. Взвешенный оператор Лапласа написан тут, то есть дополнительно сюда входит плотность, в которой распределены данные. Ну и, соответственно, если ρ равно единице, то получается обычный оператор Лапласа, квадрат градиента. Вот этот взвешенный оператор Лапласа, он самосопряжен, неположительно определен, у него дискретный спектр, соответственно, все его собственные значения вещественные и не... Еще раз, откуда, зачем нам нужен этот оператор? Или пока мы просто выводим? Этот оператор... У нас сейчас цель описать... собственное значение оператора А, который был на прошлом слайде. И вот, чтобы их описать, нам нужен этот оператор. Угу, потому что хорошо. Там будет потом формула в терминах его собственных значений. Вот. Этот оператор, да, его собственное значение не положительное. Давайте посмотрим собственное значение минус этого оператора. Они тогда будут не отрицательные. И в дальнейшем будет важно наименьшее ненулевое собственное значение, которое мы обозначим кси мин. Вот у этого ксимин есть какая-то такая не очень формальная интерпретация, что для... Сейчас можно обратно вернуться еще раз? Да. Так, ну про собственные решения и собственные эти понятно. А что следующее не будешь? Подожди, а по лямбда здесь не надо какой-нибудь интеграл взять? А, ну дальше как это написано просто решение, которое соответствует собственных значений. Это решение, когда которое соответствует просто... конкретному собственному значению. Да, когда мы дальше просто пишем решение, там будет сумма по лямбда, да. Хорошо, следующее что? А что это такое? Сейчас, кто? Ну, как бы сейчас у нас цель писать собственные значения. Вернись вот обратно. Собственные значения обратно, будут даваться вот такой вот формулой. Где... Вернись обратно, пожалуйста. Да. Вот это уравнение откуда взялось? Ну, вот это уравнение, оно... То есть смысл этого слайда, он к чему относится? Ну, смысл слайда в том, что вот, чтобы описать собственные значения оператора А, который он был раньше, они описываются в терминах собственных значений вот этого взвешенного оператора Лапласа. То есть в эти собственные значения, в них как-то входит мера, а именно через собственные значения взвешенного оператора Лапласа по этой мере. Вернись еще раз на предыдущий слайд.
Я просто не очень понимаю, получается уравнение на ρ на собственное значение, а оно, это уравнение Лаплас получилось? Ну, сейчас, ну вот, если, например, подставить, скажем, ρ равно единице, и какое-то, собственно, и мы ищем собственное значение, то у нас градиент от u – это лямбда v. И дальше, когда мы подставляем это v сюда, и если ρ равно единичке, то у нас получается как раз градиент от градиента. То есть как бы лапласиан вылезает вот оттуда. Ну, вернитесь на следующий слайд. Я тебя прочитаю. Так. То есть это, здесь, этот слайд просто вы показываете общий результат, что у нас есть self-adjoint non-positive definite discrete spectrum. А дельта мю что такое? Дельта мю – это вот этот вот оператор Лапласа. Ага. Согласно. Ага. Хорошо, понятно. Ладно, понял. Так, дальше. Вот, еще, ну, еще про эту ксемин нужно сказать, что вот ее теоретически сложно посчитать, зато ее можно практически посчитать. А мю это практически посчитать на сэмпле точек из мю? Еще раз, что? Чтобы теоретически практически подсчитать, надо насэмплить точек из мю и подсчитать минимальное собственное число графа Лапласиана, так? Ну вот, как бы автор предлагает минимизовать функционал, который написан, и утверждает, что его минимум как раз будет семин. Ну хорошо, дальше. Это авторы чьи? Какой статьи? Вот этой вот. То есть... Ну подожди, но они же нет, не доказали. Ну, это вряд ли, вот, ну, это вряд ли их результат. Это... Ну да, проксимин это не их результат, да, это предшественник. Это ну, стандартный результат для weighted Laplace operator. Ну, какой-то, да. Ладно, ну, давайте дальше. Ну, дальше ненулевой спектр оператора А описывается как? Вот у нас есть ксиита, это спектр взвешенного лапласиана. А спектр оператора А получается как корни написанного квадратного уравнения. Сейчас ксиита, параметрами... это что еще раз? Ксииты – это спектр оператора Лапласа. Это вот. А чтобы получить спектр интересующего нас оператора А, который стоит в правой части того уравнения в частных производных, нужно решить вот это вот квадратное уравнение с параметрами альфа-бета, которые зависят от функции потерь Ганы, и тогда получится спектр. Так, пусть ксииты и вэтситы это не нулевой спектром дельты мю и множество соответствующих эйгенфункций. Ну, здесь как бы про собственные функции это не так важно, но их тоже можно написать, исходя из собственных функций оператора Лапласа. А самое главное это то, что написаны собственные... А, правильно я понимаю, что они говорят следующую жизнь. Вот если есть оператор А, то его собственное значение связано с собственным значением оператора Лапласа, который, через который оператор А выражается. Вот таким образом, да? Да, да. А, ну, все понятно. Ладно, ну, тут такая есть теорема, то есть это просто переписывание. Так, ну, еще дальше. Ну, дальше оказывается, что решение нашего уравнения в частных производных, его можно... разложить по собственным решениям. А, там, ну понятно. И, соответственно, будет... важно, чтобы минимальное собственное число было минимальным, отрицательным. Ну, оно как бы будет отрицательным, а важно, насколько оно будет отрицательным, ну, для, да, скорости сходимости. А оно выписывается через, собственное число минимальное настоящее. Мю – это какая еще раз мера? Это мера данных? Мю – это мера данных. Понятно. И получается, что надо найти собственное число лапласиана данных. Ну, да, да. Ну, хорошо, и дальше что? Дальше. Вот мы еще раз смотрим на эту формулу для собственных чисел. Ну, тут, ну и давайте посмотрим, давайте зафиксируем альфа и бета и будем увеличивать ксемин от нуля до бесконечности.
тогда у нас сначала выражение под корнем у нас будет положительным, и оно будет, но оно будет увеличиваться, пока не дойдет до нуля. И, соответственно, минимальная вещественная часть собственных значений будет, будет убывать, то есть у нас будет все больше и больше сходимость. А дальше, когда выражение под корнем станет ноль и дальше будет отрицательным, у нас уже вещественная часть меняться не будет. То есть скорость сходимости будет такой же, но зато добавится еще мнимая часть, то есть будут какие-то осцилляции. Поэтому авторы пишут, что вот идеальное значение ксемина – это такое, что под корнем у нас ноль. Вот. Дальше можно рассмотреть, что будет, если добавить регуляризация. Какая регуляризация? Утверждение по мере мю градиента функции потерь Гана по дискриминатору. И тогда получается похожая форма для собственных значений, только там еще будет гамма. Вот, еще на прошлом слайде... Сейчас, подождите. Several studies proposed regularizing the gradient of Gana objective with respect to the discriminator. А они откуда-то взяли? То есть, правильно понимаешь, что это результат такой? Они взяли просто систему, у которой другая регуляризация? Или что? Ну, они взяли и к F добавили, ну, и к функции потерь добавили регуляризацию. Да. Ну, и тогда все то же самое, только появляется дополнительный этот самый. Да. И здесь еще такое важное отличие, что без регуляризации у нас все равно вот старшее собственное значение могло быть вещественным, но все равно мнимые собственные значения находились. А тут оказывается, что при каких-то значениях параметра бывает так, что только вещественные собственные значения. Это хорошо или плохо? Это, ну, это хорошо, потому что это значит, что как бы не будет, будет меньше осцилляции при обучении Гана. Ну, за счет регуляризации. Да. Так, дальше. Дальше вот, ну, глядя на эту формулу, можно еще посмотреть... Они предлагают какой-то способ выбора гаммы? Предлагают, да, вот они пишут, что оптимальная гамма – это 2 бета делить на ксемин. Вот это вот. А с какой точки зрения оптимальная? Ну, как бы мы хотим две вещи. Первая вещь – это чтобы были вещественные собственные значения, а вторая вещь – это мы хотим, чтобы минимальное собственное значение, чтобы старшее собственное значение, которое у нас отрицательное, оно было поменьше. И вот с этой точки зрения, соответственно, это дает большую скорость сходимости. Это с точки зрения теории получается? Ну, это вот для этой задачи, потому что тут они уже скорость сходимости характеризовали просто вот этой формулой. Ну, соответственно, к практическим ганам это имеет чуть-чуть опосредованное отношение, потому что у нас все-таки настоящий ган задан нейросетью, а не просто функцией. Ну, не важно, на самом деле. Но там дальше будут эксперименты какие-то. Это не так важно сейчас, нейросеть, не сеть. Интересный анализ такой, динамической системы, навеянный ганом. Дальше что было сделано? Дальше, вот в прошлый раз мы говорили про то, что нестабильность в ганах может возникать из-за дискретизации по времени. То есть что бывает так, что если учить в непрерывном времени, то ган сходится, а если в дискретном времени, то ган расходится. И вот с помощью результатов статьи это тоже можно увидеть. А именно вот у нас вот тут у нас просто переписано уравнение частых производных, которое описывает решение в непрерывном времени. Можно написать решение метода Мейлера, и у этого решения можно написать собственное значение, вот оператор, который задает шаг метода Эйлера. И нам тут уже, поскольку это уже итерация отображения, нам важно, чтобы модуль был меньше единицы. Если модуль меньше единицы, то сходится, если модуль больше единицы, то расходится. И оказывается, что вот по этой формуле и из того, что ксииты у нас не ограничены, они могут быть сколь угодно большими, видно, что без регуляризации у нас всегда какое-то лямбда-ита будет по модулю больше единицы из-за того, что вот у нас тут перед ксииты стоит член тау в квадрате, 4 бета в квадрате, который положителен. То есть получается, что после дискретизации метода Эйлера у нас получается расходимость. Но с другой стороны, если использовать регуляризацию, собственные значения будут вещественны, то метод Эйлера сойдется. Вот. Сейчас вернитесь обратно. Да. А если дискретизацию использовать, не используя, сойдется когда еще раз?
Если использовать регуляризацию и так подобрать параметры, чтобы собственные значения были вещественными, то метод Тейлора сойдется. Да, понятно. А если не вещественные, то... Без регуляризации всегда найдутся комплексные. И это будет приводить к тому, что... И это будет приходить к тому, что вот если мы учим в непрерывном времени, то сходится, а если мы учим в дискретном времени, то обучение расходится. Хорошо, понятно. Давайте дальше. Дальше вот авторы проводят аналогию с дискретизацией уравнений в частных производных. Вот я сам, если честно, не могу прокомментировать, насколько это хорошая аналогия, но они пишут, что приближение дискриминатора и генератора нейронной сети можно сравнить с пространством дискретизации уравнений в частных производных. И, соответственно, если увеличивать число параметров нейросети, то, собственно, значение дискретизованной задачи зайдутся к собственным значениям функциональной задачи. И еще, соответственно, между архитектурой нейронных сетей можно сравнить с разными пространственными дискретизациями для уравнений частных производных. Вот. И теперь эксперименты. Первый эксперимент, это хочется посмотреть, насколько оптимальные параметры, которые предлагают авторы, оптимальные. Первый вот игрушечный эксперимент – это смесь гауссиан. Соответственно, у нас есть параметр d – это расстояние между двумя гауссианами. И когда d увеличивается, у нас как бы датасет становится менее связанным, и ксимин убывает к нулю. А теперь здесь результаты. Как они считали ксимин? У нас же это все предполагалось. Они его практически его считали вот с помощью той задачи оптимизации, которая была. Как они ее оптимизировали? Я не помню подробности, но там была нейронная сеть. Какую задачу оптимизации вы еще имели? Вот это. То есть они взяли какую-то нейронную сеть, сэмплировали точки из этой и минимизировали? Я не обратил внимания здесь, но, видимо, да. Вообще это очень интересно, в том смысле, что они где-нибудь приводят результат, насколько то, что они здесь наминимизировали, соотносится с реальностью, с настоящим ксимином, настоящим гауссианом. Я не помню. Они приводят пример, что, по-моему, для нормального распределения можно ксимин теоретически посчитать. То есть, наверное, может быть, это можно проверить. Но так я на этот момент не обратил внимания. Хорошо, понятно. Давайте дальше. Слева d равно 3, справа d равно 4. И d – это размерность. D – это расстояние между гауссианами. Так. И, соответственно, как бы слева у нас более связанный датасет, и предполагается, что из-за этого обучение будет сходиться быстрее, качество будет лучше, это действительно видно. Здесь по оси Y просто разные масштабы. Слева оно до 10 в минус 6 доходит, справа до 10 в минус 5. И теперь какие здесь ганы? Первые три графика – это ганы Вассерштейна. Первый график без регуляризации, синий. Второй график – это с регуляризацией, которую автор называет оптимальной, он желтый. Там для гаммы авторы предлагали какой-то отрезок. Желтое значение – это правая конечная точка этого отрезка, а зеленое значение – это левая граничная точка. Вот зеленый график – это регуляризация, которую они называют субоптимальной. Вот. И, кстати, можно видеть, что вот для зеленого и для желтого графика там собственные значения вещественные, но все равно какие-то осцилляции есть. Авторы как бы пишут, что это может объясняться какими-то эффектами, которые не входят в их анализ. То есть, в общем, не очень понятно, почему эти ассоциации есть, но тем не менее. И дальше нижние два графика – это LS-GAN квадратичный, вот тот, который был написан на первом слайде. И фиолетовый график – это параметры из коробки,
А красный график это оптимальные параметры, поскольку у нас нет регуляризации, то оптимальный параметр это когда под корнем 0. Вот. Ну и на картинке справа то же самое. Ну хорошо, и что это позволяет в итоге нам сделать? Ну, в итоге как бы видно, что значения, которые предлагают авторы, то есть красный и желтый график, они вот для этого игрушечного примера оказываются хорошие. А значения, которые они предлагают, параметров? Да, но ведь мы же не можем эти параметры задавать в дискретном обучении. Сейчас, повторите, пожалуйста. Параметры, что авторы предлагают конкретно? Ну, авторы предлагают, что, глядя на их форму, можно оптимизировать параметры, то есть у нас есть альфа и бета, которые задают функции потери, и гамма, которые задают регуляризацию. Можно, например, подбирать для фиксированной функции потерь, можно подбирать регуляризацию. И вот здесь авторы на это смотрят. Понятно, все принято. Вы пробовали? То есть я просто вопрос был, что менять. То есть они меняют параметры вот эти вот фи1, фи2. Да? Ой. Сейчас. Функции потерь? Да. Ну, здесь они скорее как бы меняют регуляризацию при фиксированной функции потерь, но и функцию потерь тоже можно менять. Да. Ну, хорошо. Ну, и за счет этого вроде как добивается некого лучшего сходимости. Да, да. А они пробовали делать такой же эксперимент, только на каком-то более сложном гане? По-моему, там этого не было. То есть в статье не было. И следующий эксперимент, это он про аугментацию данных. Автор говорит следующее, что эмпирически было замечено, что аугментация данных часто ведет к лучшему обучению гана. И в статьях писали, что это потому, что как бы у нас датасет становится в каком-то смысле более связанным. А вот у авторов есть уже численная мера того, насколько датасет связанный. Это вот то самое ксимин, собственно, значение взвешенного фасиана. И есть теоретическое обоснование того, что вот если ксимин больше, чем у нас ксимин больше, тем у нас лучше сходимость. И, соответственно, они смотрят, насколько действительно соотносится качество сходимости и значение ксимин. Вот была статья Жау и других, в которых изучались эффекты аугментации, то есть там провалась какая-то одна из этих аугментаций данных, применялась с разными значениями параметра, обучался ГАН и смотрелось, насколько это успешно, вычислялся фит, фрише, инсепшн, дистанс. Автор... Разверните обратно на последний. Да. Ну и что, аугментация не помогла? Аугментация помогла, вот это есть статья 20-го года, а автор предлагает сравнить изменение качества ГАНа с изменением ксимин и проверить, что они действительно коррелируют. И для большинства аугментаций это так. Например, если мы посмотрим на зумин, то у нас ксимин возрос, из-за этого теоретически ГАН должен сходиться лучше, и действительно, метрика ГАНа становится лучше. Но за исключением для одной аугментации зум-аут, здесь видно, что ксимин у нас наоборот упал, и теоретически ГАН должен сходиться хуже, а на самом деле он сходится лучше, причем сильно. Тоже не очень понятно, из-за чего это происходит. Ну, на самом деле, я смотрю на эти рисунки и не очень-то вижу, что между ними такое уж различие существенное. Если честно. Mm-hmm. Ну, действительно. Например, левый brightness, который, хорошо, он здесь фит получше. Ну, зато там на translation fit хуже. Надо же, чтобы он меньше порога был или что? На translation сейчас? Внизу, translation. Ну, идеально хочется, чтобы xi и fit менялись в разные стороны. То есть, когда xi сейчас, росло, наверху это графики xi или что? Наверху это графики xi, а снизу графики fit. Я здесь понял. Считайте...
То есть идеально хотелось бы, чтобы когда кси рос, фид падал. А вот это 0.1, 0.2, 0.3 – это просто метки или что это? 0.1, 0.2, 0.3 – это то, насколько мы сильно применяем преобразование. То есть тут одно и то же преобразование, например, сдвиг применяется, вот есть сдвиг на 0.1, на 0.2 и так далее. Ну, непонятно, коррелируют они или нет, на самом деле. Он не коррелирует. Ну, нельзя сказать, что они коррелируют объективно. Что вы думаете? Ну, вот здесь, ну, зум-аут бросается в глаза, что там фит. Ну, зум-аут, но это один из восьми. Ну, да. Ладно, понятно. Ну, давайте дальше. Дальше. Сейчас, я просто к чему хочу сказать. Я хочу сказать, что выглядит, как будто они получили прикольную теорию, забавную, да, но такого практического выхода, ну, я не вижу. А вы? Мне кажется, что тут это надо действительно попробовать. Ну, вот, получить ганок, вот, взять значение параметров. Ну, это первое, а второе, ну, мне кажется, любопытно было бы. Ну, это, конечно, вторично уже получается, но, может быть, там какие-то новые эффекты бы открылись, если мы говорим об обучении cycle ганов. Понимаете, о чем я? Нет, я, к сожалению, про cycle ганы не посмотрел. Ну, cycle gun – это всего лишь просто, когда вы можете зебр в коней и коней в зебр одновременно делать. То есть у вас там четыре, как бы, два генератора и два дискриминатора. А. Ну, там сразу просто, как бы сразу несколько ганов, один в одну сторону, другой в другую, и там еще плюс условия того, что они как бы обратны друг к другу. А, понятно, то есть там… Ну, там как бы закольцованная схема. Да, да. Ну, хорошо, ладно, принято. Значит, к чему говорю, что там, наверное, такой же анализ можно провести, вдруг там что интересное получится. Вот все, что я сказал. Да, да, я понял. Ладно, ну давайте еще что у вас сегодня интересно. Следующая статья про SDE. Ну, статья «Главный результат» – это то, что там научились делать backpropagation через нейрал SDE. То есть в нейрал SDE был backprop через обычное дифференциальное уравнение, а здесь backprop через стохастическое. И сначала оказывается, что важно, какой стохастический интеграл пишется. То есть вот здесь у нас написан SDE. Ну хорошо, Стратонович интеграл. Да, Стратонович. Можно еще ИТО взять? Ну, допустим. Да. Нет, вот оказывается, что надо брать Стратоновича для цели этой статьи. Да. Теперь как обращать стохастические дифференциальные уравнения? Ну, почему надо обращать? Потому что для обыкновенных дифференциальных уравнений backpropagation сводилось к решению дифференциального уравнения в обратном времени, и здесь хочется, чтобы было то же самое. Ну, как обращать? Вот написано стохастическое дифференциальное уравнение, и вперед и назад будем использовать один и тот же шум. Ну, и тогда кажется логичным, что нужно перед дрейфом и диффузией поставить минус, и тогда выйдет обратное уравнение. И вот оказывается, что с интегралом Стратоновича работает, ну, потому что он симметричный, а с интегралом ИТО это не работает. Вот, то есть тут на картинке видно, что обратное для интеграла Стратоновича решение соответствует исходному, а для интеграла ИТО не соответствует. И дальше после этого backprop через SDE идет так же, как через ODE, ну, как бы почти так же. То есть вот для ODE пишется дифференциальное уравнение в обратном времени, где переменная, которая зависит от времени, это производная функция потерь по состоянию дифференциального уравнения в момент времени t. Ну, и здесь то же самое, только это уравнение будет уже не обычным, а стохастическим. Написана формула для дрейфа и диффузии. И еще один момент – это то, что нам нужно вперед и назад использовать одну и ту же траекторию винеровского процесса, но запомнить ее нельзя, потому что будет слишком много памяти. И что для этого делается? Вот есть броновский мост, который позволяет, зная значение в винеровского процесса в двух точках отрезка, значение в какой-то точке в середине, оно
условное распределение нормальное. И вот используя броновский мост, можно как сэмплить броновское движение в какой-то точке. Мы делим отрезок пополам, сэмплим в середине, ограничиваемся на нужный подотрезок, опять делим пополам и так далее. То есть если мы в каждой вершине этого дерева умеем генерировать нормальное распределение, то тогда у нас вот это, из этого дерева можно сделать траекторию броновского движения. А дальше предлагается как бы все траектории броновского движения закодировать просто одним random seed'ом. Вот у нас есть какой-то random seed в начале, и дальше, ну, тут используется статья, в которой предложили генератор псевдослучайных чисел, который можно расщепить, и будет два генератора, и, ну, и, видимо, там будет независимость. И вот мы берем случайное состояние в начале, дальше его расщепляем, и вот его используем для генерации нормального распределения. То есть получается вся траектория броновского движения задалась одним числом, random seed в начале. И с какой скоростью эта штука работает? По памяти от единицы, по времени, ну, для обычных дифференциальных уравнений было O от L, где L — это количество шагов солвера. Но для стохастических тут еще нужно сэмплить виноровский процесс, это делается за логарифм L, поэтому O от L log L. И вот, ну, здесь эксперименты, где просто бралось стохастическое уравнение, для которого этот градиент можно аналитически написать, и смотрелось, какая погрешность это на картинке слева. И она убывает, когда шаг солвера убывает. На картинке справа уже, ну, слева были солверы с постоянным числом шагов, на картинке справа уже адаптивные солверы. Цветом показан толеранс этого солвера. И на картинке, соответственно, трейд-офф между ошибкой и скоростью. И скорость — это, ну, количество итераций. Number of function evaluation — это то, сколько раз вычисляется, ну, векторное поле, которым задано дифференциальное уравнение. И справа — это сравнение их метода с тем, что будет, если просто делать бэкпроп через солвер, видно, что их метод работает сильно быстрее. Вот. И дальше в этой же статье предлагают модель latent SDE, то есть у нас есть какой-то временной ряд XT, и хочется, чтобы этот временной ряд описать скрытой переменной Z, эволюция, которая задается, ну, стохастическим дифференциальным уравнением, в которой дрейф и диффузия учатся нейронной сетью. И, ну, и дальше уже, зная Z, можно вывести X. Такую модель можно учить максимизации правдоподобия, но пишут, что если так делать, то будет переобучение, и в итоге диффузия при обучении будет зануляться. Авторы предлагают использовать variational inference, но вот как конкретно они эту модель учат, я не разобрался. То есть там это в статье было написано очень кратко, я не смог понять. Ну да, я смотрю, что это такое. А там какое-нибудь приложение минимальное было? Там был один эксперимент с реальными данными, вот он. Но тут, как я понимаю, что за данные? Человек что-то делает, идет, бежит, танцует, к нему прикрепляется датчик, и, соответственно, положение этого датчика — это временной ряд. Здесь взяли просто 23 последовательности, где один и тот же человек идет. И вот для этого датасета обучили методы. Из предыдущих методов топовый — это latent ODE, но там, по-моему, даже авторы пересекаются с авторами вот этой статьи, и вот они смогли превзойти latent ODE. Я как бы не знаю, насколько это хороший результат. Ну, то есть мне как бы сложилось впечатление, что это work in progress довольно сильно. Понятно. Ну, в общем, тут надо думать. Я не уверен, что именно такие методы крутые, но методы, вот, которые мы там сейчас обсуждаем с Колесовым, они выглядят неплохо с точки зрения генеративных вещей. Может быть, лучше туда немножко смотреть. И, может быть, из этого там что-нибудь пригодится. Ладно, я про это пока не составил какого-то мнения хорошего. Так, что еще? И вот есть последнее на сегодня, просто упоминание. Это напоминание с прошлого раза. Control differential equations. Но это очень похоже на стохастические дифференциальные уравнения, но по форме записи. Только там интеграл
интегрирование идет не по превращению виннерского процесса, а по превращению какого-то x от s, который, например, может просто какой-то функции, которая зависит от времени, которая получается, например, интерполяцией данных. И вот есть статья, в которой предлагают учить нейрал SDE как GAN. Соответственно, как шум у нас используется нормальное распределение, которое задает начальное значение и траектория броуновского процесса. После того, как есть шум, у нас генератор будет из этого шума делать временной ряд. Как он это делает? Генератор — это обучаемое стохастическое дифференциальное уравнение. Ну, оно, соответственно, берет начальные условия из шума, берет траекторию броуновского процесса, выдает свою траекторию xt. Из нее уже линейно получается yt. Это то, что сгенерировал генератор. А как дискриминатор предлагается использовать controlled differential equation. То есть мы берем yt, интерполируем по времени, получаем уже непрерывную функцию yt, и пишем тоже обучаемое controlled differential equation, в которой вот интегрирование идет dyt. А куда мы контролем хотим прийти? Нет, сейчас. Controlled differential equation, и это как бы... И это не теория оптимального управления, это другое. То есть controlled differential equation — это... Это дифференциальное уравнение, которое умеет вот воспринимать какие-то... Если у нас есть какой-то временной... Хорошо, мы с ним сделать что хотим? Мы хотим его использовать как дискриминатор. То есть мы решили это controlled differential equation, получили конечный результат y от t большого, и вот на нем, например, классификатор научили, что это... Хорошо, понятно. И что им это дало? И они... Они смогли это использовать, например, для предсказания временных рядов. Что они делают? Они берут какие-то данные, обучают свой GAN и генерируют больше данных. И дальше уже на этом большом количестве искусственных данных учат какой-то другой классификатор. А какой они брали датасеты с временными рядами? Там было несколько датасетов, из того, что я помню, там было качество воздуха в Пекине. И там ладно, понятно. А это самое еще сильно подняло точность прогноза? Ну, из таблиц, которые были в статье, да. Вроде бы да. Хорошо, слушайте. У меня больше вопросов нет. Коллеги, Алексей, Владимир, Дарья, там, я смотрю, есть. У вас какие-то вопросы есть? В целом, наверное, нет. Алексей, смотрите, мы там сейчас наконец-то с этим, с мигрантом, по которому мы обсуждали, запускаемся вроде как. Вот. Ну, там надо продумать, если вы, во-первых, готовы этому участвовать, ну, раз вы как бы с нами еще, я так полагаю, что вам интересно. Да, я готов этому участвовать. Вот, я предлагаю так поступить. Во-первых, нам надо, с одной стороны, обсудить непосредственно, что в рамках мегагранта вы могли бы делать, ну, список задач, потому что надо, это будет, во-первых, запланировать, во-вторых, там и ведущий ученый, который китайский, он должен в курсе быть всего этого. Вот. Ну и в целом просто понимать, какую часть вы этого договора могли бы закрыть вот, своим трудом. Это первое. Ну и второе, там, значит, нам надо обсудить условия и так далее. Значит, по поводу пунктов плана. Пункты плана очень... Я вам прислал...